Азербайджан донес свою боль о Карабахе министрам обороны СНГ. Военный эксперт Узаир Джафаров рассказал о встрече министров обороны стран СНГ, которая состоялась в Баку, а также подвел итоги мероприятия, отметив, что министры договорились достичь нового уровня сотрудничества в военной сфере. Азербайджан, как хозяин мероприятия, смог еще раз донести до сведения руководителей оборонных ведомств СНГ свою роль относительно Карабаха, а также послал месседж тем силам, которые пытаются возвеличить фашистские идеи, заявил военный эксперт Узаир Джафаров. Министры обороны стран СНГ договорились достичь нового уровня сотрудничества в военной сфере и разработали для этого целый комплекс совместных мероприятий на будущий год. Подняты эти, а также целый ряд других вопросов, отраженные в концепции военного сотрудничества стран Содружества до 2025 года, которую 30 октября в Баку одобрили участники заседания Совета министров обороны стран СНГ. Несмотря на то, что это плановое мероприятие, оно было организовано Министерством обороны на очень высоком уровне, и все участники остались очень довольными тем, что для них были созданы такие условия, отметил Джафаров. Приветствую, дорогие подписчики! Прошу вас поддержать канал своими лайками. Делая это, вы помогаете продвижению роликов в YouTube. И не забывайте нажать на колокольчик над видеороликом, для того, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи!